Короче, пробил я эту вашу ёбнутую директрису. Заказал выписки из ЕГРЮ. Нашел ее ННН. По ННН нашел заказы на сайте госзакупок. 2018 году был капитальный ремонт. Ремонт кабинетов. И много чего еще. На сумму более 15 миллионов рублей. Как я понял, проводка тоже входила в ремонт. А если проводка старая, значит деньги из государственного бюджета, выделенные на ремонт, пошли ей в карман. А это хищение государственных средств в особо крупном размере. Судя по госзакупкам, вас там должны каждый день бесплатно кормить мясом, молочкой, овощами и фруктами. Доказательства у вас есть. Так что, если хотите, можете ее посадить на бутылку. Пытался найти декларацию, но не нашел. Так бы можно было еще было статей накинуть. Думаю, что мы ее посадим.